Анатольевна Марухина. Сегодня у нас большие квартиры, четырехкомнатные или трехкомнатные, мы перепланировали именно под эту федеральную программу по однокомнатной квартире, там 41 квадратный метр. Мы с главой, значит, городского округа Жатай Евгенией Николаевной Саевой, в общем-то, провернули вот такое вот, я бы сказал бы, хорошее событие, да, радостное, праздничное событие, особенно для ребят, да, попасть под эту программу и именно вот в новые квартиры. В общем-то, живи, заходи, живи и, в общем-то, начинай новую свою взрослую жизнь. Так. Это большой праздник. Мы сегодня им пожелали всего доброго. Хорошо, что, конечно, Ленское объединенное речное пароходство смогло поучаствовать в такой федеральной программе, как именно по предоставлению жилья детям-сиротам. Я прям очень рада. Я думала, она будет маленькая, что у меня у знакомого тоже он получил. Она была чуть меньше. А тут получается как две комнаты. То, что однокомнатная студия, я думала, вообще другие впечатления. Прям удивлена очень. Я очень благодарна руководству страны и генеральному директору ЛОРПа Сергею Ларионову за то, что он дал такой шанс. Благодаря вот ему вот сейчас я вступлю в самостоятельную жизнь. И я очень рада этому. Квартиру получила 43 квадратных метра, доволен, ремонт свежий. Благодарство, конечно, ЛОРПу отдельно, опеке за качественный ремонт, за хорошую квартиру. Это уже новый этап жизни, как бы, то есть уже повзрослели, все по-новому будет.